денег нет? Нет денег, закончилось. 50 тысяч он мне отказ написал. Короче, денег нет? Да. Ну, выдержитесь. Ну вот в Альфа-банке у меня сотрудник сегодня пытался снять, только в банке нет. Давай, да? Ну вы в связи вот с этими последними событиями? Нет, мы просто уезжаем 28-го в Египет, и вот из-за этого я с ним был. А вот эта вся ситуация не тревожит вас, которая сейчас разворачивается? По деньгам нет. А вообще? Проблем. Экономическая ситуация? Ну это как бы это предполагалось.